Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, заберем с тобой награды и посмотрим, куда меня сбросили. Лига самураев, 3 звезды, друзья мои. Лига самураев, 3 звезды. Не очень хороший, на самом деле, показатель. Так, 42, 45, 43 уровень у наших врагов. Сейчас попробуем ушатать вот этой нашей командой 56-х левелов. В принципе, я думаю, что получится. Должно получиться, ребят. Так, вначале понизим атаку. Атака понижена. Теперь давай массовые приемы. Так, слушай, у них Лео. Лео может, ребята, хильнуть. Его надо уничтожить как можно быстрее. Так, Чомпи. Красавчик. Красавчик. Так, теперь опять же пошла массовая. Да ладно, ты серьезно? Нет, они с пониженной атакой ничего не сделают мне. Давай-ка я, наверное, уничтожу Рокстеди. Не хочу, чтобы он применял тут массовые атаки. И еще одну массовую атаку от Микеланджело. Есть. Ну что, друзья мои, тут у нас все получилось хорошо. Да, уровень, конечно, был на десятку выше. Но я вам говорил, что это предел. Если брать еще ниже, нас могут уже начать разбирать. И у нас выпадает 15-19. Уровень уже, ребята, полтинник, как ты видишь, у противников. И поэтому тут, наверное, нам придется немножечко воспользоваться силой сильнейших. Например, возьмем Паукуса. И ко всему... Нет, муха, иди отсюда. И возьму, наверное, здесь Лапекс. Кстати, Лапекс попробуем сегодня прокачать на уровень. И, возможно, ей... Нет, скилл, наверное, мы не поднимем, конечно. Но... Что? Паукса... А почему он так мало... Не понял, ребят. Если честно, я как бы рассчитывал на... Паукуса в плане того, что он, я думал, что он нанесет колоссальный урон, а он просто их пощекотал. Это хорошо, что у нас потом второй боец Алапекс впряглась, как говорится, в эту ситуацию и все выровняло. Иначе бы сейчас опять же полетели на нашу голову бы. Нельзя так рисковать впредь. Я не думал, что Паукус так слабо бомбанет. Ну вот серьезно говорю, друзья. Даже не подозревал об этом. Так, ну что, давай попробуем найти все-таки 15-19. 14-18 уже мне как-то надоело на этом. Вот. Возьму здесь зэка. У них, смотри, у них, кстати, бойцы все ближе, ближе, ближе. Даже не ближе, я бы сказал, бы все больше, больше и больше подходят к 50-му рангу. Если мы с тобой перейдем сразу на следующую лигу, а это у нас будет Лига Сёгунов, то... Нифига, хан. То у нас, поверь, сразу же, ребята, будет где-то 56-й уровень противников. Там сразу же за повышение ранга они несколько раз усиливаются, увеличиваются. Так, ну что, 18-е место. 15-19 берем. Я возьму здесь Донни. Ну, в принципе, Донни он должен справиться один. Я на всякий случай возьму ему сюда вот еще одного Донателло. Это уже ролевой у нас. Для подстраховки, в плане того, что основной это будет бомбить у нас сюрикенами, а этот, если что, массовая атака с наложением горения постепенного урона. Давай проверим. Ну вот, вот, вот. Тут даже, ребята, можно и не применять массовую, просто добить. Ну, в принципе, я вот на это рассчитывал. Хорошо, давай дальше двигаться. Переходим. Да, мы, ребят, перешли с вами на Лигу Сёгунов. И сейчас смотрим уровень противников. Сразу же для проверки. Слушай, нет. Даже ниже стал. Даже, друзья мои, ниже стал. Ну, тогда здесь, я думаю, что Кунаичи в соло справится. Хотя, может быть, даже кого-то не добьет. Есть такая вероятность. Ну, мы сейчас глянем. Мы сейчас глянем, насколько она у нас сильна вообще. Тут главное Эйприл убрать с полевой, чтобы она колоссально, просто колоссально. Да, Кунаичи может. Кунаичи, ребята, может. Ну что же, прекрасно. Интересно, до Лиги Мастеров сегодня сможем? Нет, какая Лига Мастеров, Рэй? Что ты говоришь? Дай бог, Лига Сёгунов. Ну, 3 звезды.
Дай бог, Лига Сегунов 3 звезды, это в лучшем, ребята, случае для меня. Слушай, я не могу понять, а почему у него действительно противники стали почему-то падать по рейтингу, а не повышаться? У него только, по-моему, вот, Слэш. Слэш имеет 51 уровень, а остальные все 48 и 49. Интересно, непонятно. Мы повысили с тобой в ранге, а противник стал слабее. Так, ну что же, давай смотреть. Так, уже 54-я позиция. И меня до сих пор еще держат на 15-19 кубках. То есть они не дают... Подожди. Они не дают мне зарабатывать, честно говоря, кубки. Потому что чем выше ранг, тем больше мы с тобой кубков получаем. Но здесь почему-то это не так. Я, наверное, поставлю здесь уклонение. Потому что Микеланджело бить, ну, большого смысла нету. Здесь мы с тобой возьмем провокацию. Я думаю, что... Ну, хотелось бы, конечно, сейчас звездануть, честно говоря, морозилку. Но я не буду, я лучше бафнусь. И баф у нас просто великолепен. Ну что, пробьет он у нас под бафами? Тогда Эйприл. Уничтожает морозилку, да? Отлично. Зря ты майки это делаешь. Просто вынесли его сразу же. Я думаю, что и так же с этим будет. Да. Теперь Криса Брэдфорда. Я не знаю, сможем ли мы сейчас его убрать отсюда. Смогли. И остается Бакстон. Ну, понятное дело. Все. Раф затащил здесь полностью. Полностью вытащил, ребят, команду из болота. Ну что же, мы двигаемся дальше и смотрим. 35-я позиция. 15-20. Если я возьму, например, здесь Леонардо и... Да, в принципе, одного Леонардо здесь будет достаточно. Естественно, с его массовой атакой, с круговой, он всех должен, по идее, вырубить. Давай посмотрим. А ну-ка, тестовый забег. Да. В принципе, оно, ребята, и было очевидно, что так все произойдет. И у нас уже где-то рядышком Лига Сегунов 2 звездочки. Где-то рядышком. А я всю игру, ребята, на 15-19. А, во, 15-20, неужели дали? Берем здесь тогда Армагона. Раз, два, три, четыре. У нас только сейчас 57 уровень. Пошли отыгрываться. 56 отыгрались, 57 и... Потом такой резкий, ребят, скачок у нас будет сразу же на 70-е. У нас нет 58-х, 59-х. Сразу бамсы и 70-ники идут. Ну, так вот я их прокачал всех. Ну, смотрим. Да, друзья мои, Сёгуны 2 звезды, 93-е место и 15-20. Но это уже, как говорится, на законных обстоятельствах. И я возьму здесь маузеров. Раз, два, три, четыре. Вот так вот. Ну что же, давай посмотрим. Маузеры, само собой, сейчас вырубят всех. Вырубят всех до единого. Это все-таки самый, мне кажется, мощный Армагон. Маузеры и... Кто у нас там еще? Армагон, маузеры, Супер Шреддер, Кожеголовый, Крэнк. Это вот такие, ребят, топовые у нас бойцы. Не боятся ничего, им пофиг на все. Но пиццелицей здесь может, друзья мои, схандрить. Я вот не знаю, либо мне бросить туда плюху, либо сделать плевок. Давай, наверное, плюху все-таки брошу. И сделано это было не зря. Потому что плевком вряд ли бы мы всех ушатали. Мы бы оставили им, ну... Немножечко хп, хотя там была возможность повесить постепенный урон. Но лучше лишний раз не рисковать. Оно ни к чему, ребят. Ни к чему нам терять кубки. Нам нужно, наоборот, продвигаться как можно быстрее. Сегодня среда у нас, и сам понимаешь, там остается не так уж много времени. Так, ну что, Макман. Макман будет один. Макман будет один. И, ребята, у него будет торнадо. Кстати, я попутал, у нас, оказывается, 60-ники есть еще.
57-е, 56-е и 60-ники, оказывается, есть. А вот уже дальше идут 70-ники. Это начиная с Шредера, получается. Шредер, как, знаешь, это отсчет идет. Именно с него пойдут 70-ники. Слушай, может быть, дойдем все-таки до трех звездочек-то, а, ребят? Может быть, получится. Если кожеголовый... Ну все, уже... А, у нас... Ну да, вот, от Шредера идет отсчет на 70-ников, получается так. А тут уже будет разнос по-любому. Как ни крути, хоть у них уже, правда, 62-й уровень тоже у наших противников. Но мы-то на 70-ники перешли, так что... Так что пускай даже не вякают и не крякают здесь. Так, возьму Кренга. Раз, два, три, четыре. Единственное, что Майки меня здесь смущает. Потому что если он сейчас, ребят, ну, может, он же может повесить на себя уклонение. С этим уклонением нам очень тяжело бороться. Я не знаю, почему он уровнем меньше, а уклонение у него круче. Ума не приложу. Даже если мы своей Майки сделаем уклонение, а противники, которые меньше нас по уровню, они все равно будут пробивать. А я не могу у него никого пробить. С чем связано, даже сказать не могу. Видимо, так специально все сделано, чтобы враг был, ну, на порядок сильнее нас. Так, подожди, мы, наверное, сделаем вот так все-таки. Хотя нет, лучше взять слэша. А, так тут все. Тут, ребята, шапочный разбор. Остается у нас один поединок. И как раз нам этого хватит для того, чтобы перейти в Лигу Сёгунов 3 звезды. Ну, а завтра мы попробуем с тобой в Лигу Мастеров зайти. Давай. Так. И слэш идет уже как добивающий. Ну, ему всегда такая участь выпадает. Добивающего. Ну, да, ребят. Лига Сёгунов 3 звезды. И теперь. Раз, два, три. Это самые мощные 4, 5. Ну, Джастин будет у нас единственный персонаж, который не отыграется. Да и фиг ты с ним. Не фиг ты и персонаж, согласись. Что у него такое? Запах изо рта и плевок слизи. Сразу Ванька Эйприл упала. И, ну да, массово будем добивать. Классно. Классненько. Ну вот, вот мы разобрались. Какая там, 60-я будет? 68-я. Ну вот и прекрасно, ребята, в магазине забираем наш пак. Кто это у нас там? Зэк. Зэк нам выпал. Так, ну что, пойдем с тобой серию испытаний, добьем. Мы же перешли уже с тобой, да, мы переходим на второй круг. Вот, ребята, отсчет. Тоже, кстати, идет от Шредера. Беру Маузера, кожеголового. Возьму, наверное, Рафаэльчика здесь. Ну ладно, пускай будет слэш и Ванька. Крэнк там уши свои теребит. Ай, уши теребит. Ну что, поехали. Нафиг я здесь массово-то применяю. Ну давай, наверняка уж добьем тогда этого. Слэш сделает крученый. И Рокстеди падает от хвоста. Ну и вот сам Шредер. Ну что ты, что ты, что ты, что ты там бубнишь? Опять со своим выпендрежем. Получи, фашист, гранату. Дальше вот эта вот атака очень даже неплохая. Ох, какая неплохая. А вот маузеры, да, двойной атакой должны добить его, все. Нету больше Шредера. Упал он. Вышел один на крышу. Я понимаю, если бы он взял с собой Рокстеди и Бибопа, там, я не знаю, там, Крэнга, тогда да, была бы еще какая-то сложность. А он вышел тут один, деловой такой. Пфф, получил, как говорится, и улетел. Так, ну что, мы с тобой имеем 21 тысячу мутагена. К сожалению, это мало. У меня, по-моему, не хватит для поднятия уровня нашему Донателло. Воу, хватает. Слушай, 83 уровень. Но тогда нам не хватит для прокачки скилла на Алапекс. Получается так. Значит, 4 шляпы нужно найти нам. Одна есть.
Ой, тихо, подожди. Одну шляпу мы нашли. Так, вот вторая. Третья. Четвертая. Так, 4 шляпы мы нашли. Дальше нам нужно найти 14 наушников. С наушниками, как всегда, ребят, трабла у нас. Одни, 14, ну это много. Да, это зеленая колба сейчас достанет нас. Это только вторые. Да ну, какие тут, ребят, какие тут могут быть 14, блин, наушников. Третий. Четвертый. Пятый. Пятый. Но... Шестые. Ну давай всю тогда пиццу сбагрим. Седьмые и последние. 8 наушников, ребят. Еще 6 останется нам найти. А в любом случае мне бы не хватило мутагена для прокачки этого скилла на 4-ю степень. Ну ладно, ладно, хорошо. Забираем здесь, ребят, наши награды все. Все. Все, по-моему, ребята, мы отыграли, что могли. Эти эксперты еще у нас недоступны. Жетоны нам вот эти тоже, как говорится, не нужны. Единственное, что мне не нравится, у нас очень мало, ребят, телепортов. Пора бы, наверное, чуть-чуть прикупить. Я сразу возьму 250 штук, чтобы голова не болела в следующий раз. И да, друзья мои, на сегодня мы будем закругляться. Так что всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.